О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Октябрьского района было объявлено 29 августа. Сегодня состоялось первое заседание конкурсной комиссии. У нас Октябрьский район достаточно долго работает без главы внутригородского района. Не могу сказать, что это прям серьезно сказывается на работе коллектива. Безусловно, с задачами справляется, но тем не менее глава внутригородского района должен быть назначен, должен быть утвержден. Члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли 20 человек, избрали председателя, заместителей и секретаря. Возглавила комиссию решением большинства проголосовавших глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Заместителем, который был предложен администрацией города, стал замруководителя областного департамента внутренней политики области Александр Черненко, от Совета депутатов Октябрьского района Виталий Асабин. Секретарем конкурсной комиссии большинством голосов назначена директор спортивного лицея Лариса Фурсова. Следующее заседание уже будет у нас чуть позже, 7 октября, поэтому прошу вас вот на это время запланировать участие в комиссии. Будет крайне важно. От райсовета в состав комиссии также включены районные депутаты Андрей Белоусов и Денис Купцов, областной парламентарий Роман Балтер и ректор медицинского университета Александр Калсанов. А от мэрии Виктор Сойфер, Габибулла Хасаев, Сергей Печкуров и председатель Гордумы Алексей Дегтев. Документы от кандидатов будут приниматься комиссией с 5 сентября по 5 октября включительно, с 9 до 16 часов. Новый глава Октябрьского района должен быть избран 7 октября. Ольга Павлова, Константин Головин. События.